Солнце будет, долг что ли? Да. Так, всем привет. Короче, суть видео такая. Как-то я выкладывал видеообзор, то что разъело вал. Давай сейчас разницу посмотрим. И Штангельциркуль. А у тебя звонки другого? Так, 3 миллиметра. Так, замеряем здесь. Вот это на самом. Так. Получается 2,8. То есть 2 миллиметра разница. Это существенно идет к вот такому люфту. А у тебя вон туннель вот такой. Какой? Вон тут. Чему? Так, вот, вот такой люфт. Он в целом потом на колеса очень хорошо сказывается. И что самое, конечно, плохо, он дальше разбалтывает. К какому решению я пришел? Покупал и подшипники купили. Вот такие подшипники. Ну, думал, здесь что-нибудь через вот такую конструкцию. Труба в трубе. Сейчас я покажу. Вот. Труба в трубе. Так вот, то есть и забиваем, обвариваем, и конструкция получается сильная, но она все равно болтается. Это говорит о том, что вот здесь вал, концы, они раздолблены уже. Пришел к такому решению, что нужно просто-напросто обварить, болгарочкой сточить. В принципе, я уже первый заход сделал, обточил ее, подровнял, оставалось там немного. Вот. А что уже выработку, вот эту внутреннюю, то, что там внутри есть, вот, что можно будет сделать? Можно будет сделать, как вот здесь вот мне в одних из под видео в комментариях сказали, то, что ты разрежь трубу, получится шов, потом подбей, и тем самым эти миллиметры можно, как сказать, сузить. Вот, но самая главная задача, конечно, это побороть вот этот вал. То есть здесь в любом случае не получится его поставить. Вот, он, ну, раздолбается дальше. Холодно? Вот, сейчас я, в принципе, что и делаю. Я тебе говорил, вытаскивать никакой пользы нет. Если на семена вытаскивать... Вот можно. Эти 2 миллиметра нужно нагнать. Так, ну что, процесс начался? Тебе чай поднести? Ребята, обязательно одевайте очки. Без них просто никуда. Ну что же, можно посмотреть. В принципе, уже что-то получается у нас. Понимаешь? Так. Так, от старого вала у нас здесь будет стоять вот этот вал.
Ай-яй-яй-яй. Так, ребята, ну теперь можно, как говорится, уже поговорить не виртуально, а наглядно. Смотрите, вот вал обварил, потом все обточил. Получилось так вот. Так, дальше. Отрезал. Разварил готовую вот такую конструкцию. Разварил, поменял наоборот местами. Вот, получилось то, что вот этот край у меня уже, как сказать, более-менее сохраненный. Не то, что более-менее, он в размер уже непосредственно с вот этим валом. Вот, потом берем. Отмерил расстояние у заводского, смотрите, вот какое расстояние, то есть вот они, стандартные. Ну, мне кажется, это все-таки мало, мало для того, чтобы не было люфта. Потом, короче, просверлил отверстие, обварил заново, теперь труба есть, вот, и все это должно войти вот сюда, и соответственно вот так вот часть вот обварит. Сейчас я подготовлю и продемонстрирую. Так, ну итог проделанной работы, красить пока ничего не буду, вот этот вал кое-как забил, пока пальцы поставил, буду испытывать, как это все добро будет работать. Сейчас как раз поедем на испытание. Мотор, правда, немножко что-то барахлил. Слил бензин. Вот залил новый, свежий. Вот Вадимка здесь, пока я здесь этими делами занимался, он прибрался. Молодчина. Лайк Вадиму. Колокольчик не забудь поставить, друг мой. Да, 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 друг. Ну что, пробуем, выезжаем? Давай. Давай вот так вот держи. Как говорится, с Богом. Ну да. Чего, выключать пока? Да нет, сейчас, наверное, свеча все-таки. Давайте, может, свеча есть другая? А, блядь, что-то не как-то свечащий, блядь. Так, а я перчатки свои, вот это, наверное, мои перчатки. Так, это для косилки. Ага. Вон он. А? Что ищет человек в жизни, то и находит. Свечку? Свечку. Свечку. Так получается. Ну что ты искал там? Свечку искал. Оператор сегодня Вадимка. Учусь, блогерство. Блогерство. Это самое. Что-нибудь смонтируешь? Чернота. Что-то нехватка воздуха. Черная свеча. О. Сейчас другую попробуем поставить. Бать, тут дохуя, наверное, автомобильных свечей. Чё-нибудь да воткнём. Воткнёшь ты женщине, а тут прикрутишь.
остался, ну ничего. Да. Ну что, отойди немножко? Дубль два? Да? Да. Не хочет? А чё ты ещё не стемнело же? Иди, Катя, ходи домой, вот отсюда до расчётов. Телефон мой, пожалуйста. Очередной эпизод из жизни. Сейчас вот этот Урал тащить будем на вот этом мотоблоке. Не знаю, осилит он или не осилит. Так, сейчас я тронусь потихоньку. Колёк будет снимать. О, все с камерами. Да. Так, смастерили вот такой забор здесь у родителей. Что было под руками. Оставалось это, оставалось то. Половина металлом. Вон там внизу сетка. Ну а здесь уже заборчик из деревяшек. Кирпичи, что ли? А, деревяшки, да. На печку пойдёт?